Уважаемые друзья рыбаки, всем привет! Крепкого здравия и добро пожаловать на рыбалку Сычевой. Самая лучшая обувь на рыбалке – это галоши. Палатку под жилище мы сейчас поставили. Все вещи сюда в тамбур не влезут. Поэтому сейчас будем ставить еще одну палатку. Всего-навсего стоит она 1000 рублей. А помещается туда очень много всего. Палатка Гринвулф от Нова Тур. Называется Bike Home. Получается вот такая достаточно устойчивая конструкция. Здесь идут распорочки. Вот такие вот. Все, пожалуйста. И здесь место прямо умотаться. При желании я могу просто улечься и спать. Вот. Ну, сюда мы будем складывать вещи. И все это удовольствие стоит всего-навсего косарь. Так, ребят, зацените быт в палатке. В общем, два коврика, два спальных мешка. Все, и гермомешочек. Вот сюда вот я положу специально, чтобы можно было здесь переодеваться. Вот и все. Все это дело закрываем. И до вечера. Сейчас пока Алена Владимировна будет немножко готовить покушать, я тут оставлю приборчик от комаров, термосыл. Пока она будет тут немножко готовить, мы с вами пойдем, поставим тычки, установим садок. Короче, сделаем все приготовления для рыбалки. Трофейный нашел. В общем, рыбалка сегодня будет проходить на фидер преимущественно. Значит, многие из вас говорили мне о том, что мне надо поменять катушку. Ну и в конечном итоге катушку я все-таки поменял. Значит, Синайт Тренд 2, 4000. И, ребят, я в последнее время все больше начинаю удивляться отношению китайцев к своим покупателям. Катушка стоит 1200 рублей в бархатном чехле. Ну вот как, такое бывает только у дорогих Шиман. Ручка закручивается просто, люфтов на ней нету. Значит, на роторе я тоже уже проверял, вообще абсолютно никаких люфтов нету. И что меня больше всего удивило, то что здесь на шпульке есть такая специальная прорезиненная полоса для того, чтобы леска не скользила тогда, когда вы ее будете начинать наматывать на катушку. Ход плавный, вообще, ну блин, ребят, за 1200 рублей это просто огненная катушка. Ссылку вам в описании оставлю. И плетня. Плетню, и вообще интересная штука получилась. В общем, выбирал плетню, посмотрел Кости Андропова плетенку Синайт Монстр V8, да, зашел, посмотрел, цена что-то приблизительно 800-900 рублей. А потом у меня взгляд так немножко так упал вот сюда, а разметка-то 300 метров за 800-900 рублей, восьмижильная, самая настоящая восьмижильная плетня. Ну, по-моему, огонь. Сейчас я ее намотаю и будем мы с вами рыбарить. Вот такая голубенькая классная плетеночка. Таким вот образом легла у меня плетеночка на катушечку. Оснастка у меня сегодня очень простая. Вот у меня обычно скользит кормушечка, здесь идет резинка, на которую я закрепил, получается, поводок. То есть вот такая вот система. Рыба, если покрупнее клюнет, она будет амортизировать. Для прикормки я сегодня сварил кашу. Также я ее смешаю с панировочными сухарями и добавлю базовую смесь. Но базовую смесь буду добавлять немного, потому что она очень сильно склеивает прикормку. Вот. То есть добавлю ее совсем немножко. Смотрите, какое приятное получается на вид. Thank you.
Так работает наша серьезная команда. Пока один настраивает снасти, другой готовит вкусный обед. Да? Ням-ням. Мы покушали остатки еды, что не съели, сложили сюда. Сейчас все это дело закроем. И все, будет ништяк. Покушали, можно и порыбачить. Я поймала свой трофей. Вот такой вот, на червячка. Рыбалка проходит ни шатка, ни валка. Рыба не клюет, даже не теребит. Я вот сейчас вот решил сместиться. Посмотрим, поищем. Так, сорожечка маленькая взяла на падении. Ну вот мы сместились на другую точку. Аленка закинула и сразу же у нее что-то клюнуло. Тащится что-то, нет? Или уже отпало? Думаешь? Ну-ка давай вытаскивай. Есть? Есть. О, поднимай, поднимай. Поздравляю. Это пискарь. Пискареныша поймал. Сейчас, ребят, была просто сумасшедшая поклевка такая, прям аж чуть у меня удочку с этой, с поставки не сдернула. Я подсек, еще жестко так встала рыба и потом отцепилась. Вот. Вот опять кто-то. Кто там? О, есть! О! Вот это. Кто там? Есть? Да. Да, хорошая рыбка какая-то. Сопротивляется так нормально. Кто это, интересно, тут клюнул? Ух! Вот он. Вот там. Красавчик первый попал. Первый красавчик сопливый попал. Заноздрю. Ну ладно. Так тоже можно. Все. Вот эту, дай, петюню. Есть. Есть. Опять он. Подлежчик. О, какой хорошенький. Опа! Ракета пошла. Вот так. Уже клюет, уже клюет, уже клюет. Зараза. Обмуслякали всех опарышей только. Как? Что он там делает? О! Вот он. Алена. Есть. Хватай подсак. Это хороший. Такой нормальный. Подсак в воду опусти. Все, давай. Давай его. Во, поднимай. Красава. Вот. Блин, ребят, клев такой, что прямо это... Некогда поснимать поклевки-то крупным планом. Вот опять. Yes. У, какая сорока попала. Толстуха. О, какая поклевища. Я думаю, что за затишок. Вот он и попал. Подлесечек. Давай, хрюш. Все, давай туда. Хреначим в режиме нон-стоп. Пошла ракета. О, вот он. Ух ты. Алена, дай подсак. Это, по-моему, еще... Ух ты, как тянет. Дай подсак. О, это хороший. Хороший. Ой, это вообще хороший, слышишь? Прям. Посмотри, как чего он делает.
Пацак, воду опускай. Ты смотри-ка, что он делает. Это вообще огонь. Ты смотри-ка, какой. Вот так вот. Он тяжелый-то. Тяжелый, конечно. Тихо, тихо, тихо. Аккуратно. Так. Я решил немного отдохнуть. Чайку глотнуть. О, видела, какие там всплески? Ну я там говорю, я просто одну точку долбил все время. Он подошел там. Ух ты. Вот, вот он. Вот он. Вот он. Оп. Хи-хи. Все, огонь. Клюет. Клюет, клюет, клюет. Есть? О, хороший, да? О, какой красавец. Ну что? На. Он заслужил свою свободу. Ты смотри-ка, что он там делает. Господи. Вот он. Соклюнул. Хороший какой. Красавчик какой. Оп. Хрэп, хрэп. Наложили немного покушать. Алена вон подожгла пластиночку из термоцела. Это у нас газ кончился в нем. Сейчас полопаем и снова пойдем дубасить лещей. Ну что, закинем. Дрог. Хопа. О! Есть! Есть! Уда хороший! Лещик! Лещик клюнул! Это нормальный! Полкилошечка, наверное! Что с ним тут? Угу! О, какой! О, красавчик! Красавчик, красавчик! Опа! Клюнул. Хорошо. Занос. Занос. Ну какой. Класс. Класс, класс, класс. Прям сегодня жор леща. Ух. Ракета пошла. Сразу, нон-стоп, пискарь, интересный ход, лещи и пискари. Ладно. Вот есть, Лёшек, Лёшек клюнул. Давай так тебя возьмем. Ну какой красавчик. Давай, стой, стой. Какая красота. Ветра нету. Лещ клюет. Жена рядом. Огонь, рыбалка вообще. Давно так не отрывался. Вот это рыбка хорошая. Мощно сопротивляется. Ты, наверное, подсачник лучше взять. Биться начнет. А, нет. Такое же примерно. Такое же.
Оп, не, чуть покрупнее. Покрупнее чуть. Ну какой. Сумерки, ребят, начинают сгущаться. Вот, поэтому я сейчас решил поставить светлячок на вершинку удочки. Вот, чтобы он у меня горел. Вот. Сейчас я тут изолентой примотаю. И будет счастье. Сейчас все поклевки будет видать. Светлячок на кончике горит. Красота. Ты ёрш. Ну, пошла ракета. Вроде есть что-то. И это опять ёрш. Ну вот. На червячка, кажется, клюнул. Правда, не крупный. Но тем не менее. Камера сейчас передает более светлую картинку, а на самом деле уже сумерки. Все равно красота какая, да, ребят? Прямо вообще отлично просто. У нас вечерний моцион. Посиделки у костра. Сейчас чайку попьем, завалимся в палатку и спать. Завтра, если я смогу, то встану часиков в 3 и пойду снова проверять лещей. Рыбаки, доброе утро. Ночью поливал дождик, сейчас он стал более-менее накрапывать, поэтому для повышения мышечного тонуса предлагаю вмазать чайку, закусить колбаской и астраханской закуской. Комары тут еще летают. Ну и все, и пойдем рыбалить. Алена Владимировна благополучно дрыхнет в палатке, ну и пускай дрыхнет. Нечего ей мокнуть под дождем. Ну а мы с вами пойдем попробуем изловить лещей, если они сегодня будут клевать. Несмотря на то, что сегодня всю ночь поливал дождик, у нас вещи остались сухими. Вот. Ничего тут не капает. И вся влага осталась вот снаружи, на палаточке. Короче, доволен я этим приобретением вообще прям. Да, удобно. Тут молния расстегивается вообще по периметру. Надо, подошел где. Расстегнул, закинул туда. Все, все, все лежит. А еще я, когда заваливался спать сегодня, оставил оба стульчика снаружи. И все, я сегодня просыпаюсь, слышу, по палатке капает, думаю, ё-моё, стульчики-то промокли. Так что надо будет сейчас взять какой-нибудь пакет, прямо на стульчик надеть. И уже получается сидеть вот на таком стуле. На стуле с пакетом. Вот такая вот утренняя погодка. Стоит сейчас, не знаю, будет ли клевать лещ. Но все-таки в том месте, где вчера ловили, там все-таки поплескивается периодически. Туман над горой. Было бы здорово, если бы не было дождя. Я тут подумал, что в костюме ОЗК я бы чувствовал себя очень комфортно сейчас. Галошки заменил на болотные сапоги. Куртка у меня не промокает. Сейчас пару опаршев садим. В бой. О, красавчики заливаются. Ну давай. Первая ракета пошла. Вот.
рыбка первая клюнула на второй кормушке. Вроде как под лещичек. Как он сопротивляется, бьет. Нормальный. Нормальный. Заплястик. Тихо, тихо, тихо. Еще раз туда же. Вот попал. Кто это у нас тут такой? Сорожка попала хорошая. Засосала. Сейчас попробую червя кислом садить. Чучка. Ща крупно. Хопа. Все. Покушается. Покушается кто-то. Дерг, дерг. Остановила. Вот. Ну давай. О-о-о. Вот он. Вот это. Скорее всего, подлещик. Соблазнился на бутерброд из трех опарышей и червяка. Пластик. Вот так. Есть. Ох, что-то, ох ты как бьет. Стандартный. Чуть покрупнее. Во какую насадил. Сейчас клюнет лещ на 20 килограмм. Хоп. Все. Хоп. Вот он. Это подлещик. Оп. А, шла ракета. Вот он. О, вот это. Вот это он. Вот это, ребята, он. Ух ты! Ух ты! Ух ты! Вот это ух повел как! Ой-ой-ой! Это он! Вот это мощь клюнула! Мощь жесткий. Жесткий какой. Только не в траву. О,
красавец. Опа. Вот это я понимаю огневище. Засосал так. Засосал как. Ты чё, брат? О, красавец какой. Отопили. Давай, бобер. Ну что, может еще крупнее тут есть. Опять мощный попал. Он головой трясет там. Смотри-ка, что, как водит, а? О, какой красавчик. Тихо, тихо, тихо. Смотри, что какой. Давай, иди-ка сюда, тихонечку. Давай. Оп. Вот это ништяк. Ого. Вот это крашу губки попал. Это хорошо попал. Тут-то вообще как этот... Просто засал и все. Аккуратненько. А тут поменьше чуть-чуть. Тоже бояк. Соплей сколько оставил на поводке. Поставил я камеру сейчас сбоку. Укрыл ее от дождя. Но надеюсь, что она у меня не промокнет. Сейчас попробуем дальше половить. Вот. Вот она. Вот это. Хороший. Пойдет. Пойдет. Вообще просто у меня слов нету. За краешек губы мясисто так взял, хрен отцепишь. Ой, ребят. Мощные такие ребята. Аленка пришла. Вот он. Вот он. Так это вообще окунь попал. Ой-ой-ой-ой-ой.
Вот это, ребят, наверное, самый крупный попал. Хороший какой. О, какой. Вообще жесткий. Вообще жесткий. Куда? Ух ты! Ух ты! Ух ты! Офигительно. Небольшой. Не крупный. Вот это сила, сила попала, мощь. Это хороший вообще. О, ребят. Красавчик какой. Горбатенький. Сила мощная. Ну как пошел. Окунь. Желтая. Ремонт ракушара попал. Видите какой. О. Сидите. Елы-палы, пузатые какие, куня. О, ребят,
Вот такие вот лещи сегодня клевали. Прям огонь. Да? Да. Прям красавцы какие, вообще прям. Прям вообще огонь. В общем, решили мы с супругой взять домой пару окуней и три леща самых больших. Вот, а остальную рыбку отпустим. Вот так вот. Посмотрим улов. Уже прям окончательно. Ох, давно я так не рыбалил, ребята. Ой, давно. Вообще огонь. Огнище просто. Вот, ребят, улов абсолютно нескромный. Я тут выложил аккуратненько рыбку, чтобы вы понимали, да? Вот. Сорожечек я уже выкинул, мелких подлещиков тоже. Вот сейчас возьмем. Опа, куда пошел? Сейчас. Сейчас возьмем трех подлещичков покрупнее. Вот. Я пинков. С этого возьмем. С этого возьмем. Он заглотил. Ну и какого еще возьмем-то? Давайте вот этого возьмем. Сейчас куйков. Остальное отпустим. Ну так вот. Куда ты? Ну давай, беги. 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 Ой, ты побежал. Чего не бежишь-то? Давай, газуй. Вы тоже все давайте идите. Подписывайтесь на канал, это обязательное условие. Слышите, барабанит? Нас сегодня с рыбалки выгнал дождь. Оторвались мы сегодня по полной программе. Будем надеяться, что этот видос наберет 500 тысяч просмотров с вашей помощью. Вот. Ну а нам пора ехать домой, так что, ребят, увидимся с вами в следующих видео.